знову раді вітати вас у нашій ранковій студії. Ми розпочинаємо літо із позитиву, із корисних порад. І, звісно, ми не можемо оминути тренди цього літа. І допоможе нам у цьому Кирил Савченко, фешн-сноб, стиліст. Так. Дякую вам, що завітали до нашої ранкової студії. Всім добре утро. Як ваш настрій, в першу чергу? Ну, взагалі, хороший, просто во всі пробки міра попав в Києва. А так все хорошо. Да. Є такий стереотип в Україні, зараз, напевно, трішки про гумор. Штани за 40 гривень. Вони можуть пасувати чи не можуть? Як ви думаєте? Як ти думаєш? Я можу сказати так, що на самом деле дуже велике кількість людей взагалі вважає, що одягатися стильно модно, треба мати великий бюджет, великий кошелек, щоб виглядати. Але я вам можу сказати так, як я взагалі преподаю стилістику, то за останнє час ми проводили зі студентами дуже велике кількість експериментів. Навіть за 40 гривень можна виглядати модно. Тобто це просто річ, яку, правда, треба знайти, відкопати і з'єднати так, щоб воно не виглядало зовсім дешево. Так, тоді наступне питання. Якщо ви зі студентами зараз лобіювали це питання, наскільки зараз реально там, це 500 гривень або 1000 гривень, щоб там один-два луки, але модних і стильних? Я вам розкажу історію життя. Во время обучения мої студенти, які учаться на стиліста, які хочуть в цій професії іменно працювати, у них є задання, що у них є клієнти, і вони повинні зі своїм клієнтом пойти на шоу, шопинг, только перед этим клиент говорит ту сумму, которую он готов потратить. У одной из моих студенток, Гели, у нее была тоже девочка, студентка второго курса, и у ней на шопинг было 800 гривен. Так. И на 800 гривен они купили 3 полноценных образа, которые очень хорошо были между собой сочетаемы, и оно не выглядело сильно, не дешево, не грязно, оно было реально очень по-модному, как сейчас одеваются девочки, мальчики на улице. То есть это реально. Просто на это надо потратить время. А от мені ще цікаво, дивіться, зараз тренд 21-го літа, скажімо так, нашого, що саме має бути в тренді обов'язково у нас в гардеробі? Можливо, якісь базові футболочки, якісь кольори? Чи зможете ви нам ось детальніше зараз про це все розповісти? Я могу сказать так, что, я так понимаю, у меня микрофон чуть-чуть поднят, я понимаю так, что, смотрите, вообще гардероб, он состоит постоянно из базы, база это определенная такая, скажем так, вне времени, вне сезона, то есть футболки, джинсы, они должны быть обязательно, только есть один момент, что у каждого человека, собственно, своя база, потому что те блогеры, инсайдеры, которые пишут, что белая футболка, то есть белая, там, черная футболка, это база, это все суперклассно, но вот есть ряд клиентов, которые пудровую, светло-пудровую такую футболку относят к базе. То есть у каждого человека на самом деле своя база. Просто ее надо правильно скомпонировать так, чтобы она подходила ко всему твоему гардеробу, который является там основой. Вот и все. То есть я понимаю, что база вона не для всех однакова, это по типажу, шкіру, по зовнішності, так може підбиратися? Во-первых, есть моменты ростовые размеров, скажем, там полноты худобы человека, это раз. А во-вторых, есть опять же люди, которые принципиально не носят черное. Вот они против него, они хотят более светлые оттенки носить. То есть тут определенно характеристика для каждого человека, то есть я как человек, который работаю, как стилист, который работаю вот даже с нашими украинскими звездами, то есть, опять же, формируя их основную часть базового гардероба, вне сезона, чтобы оно было постоянно, то мы всегда постоянно, касаемся того, что даже база, она чуть-чуть иногда трансформируется и меняется, потому что что-то уже вот просто уже не подходит по каким-то там аспектам. А наскільки наші зірки вибагливі у підборі гардеробу? Ой, ви що, вони як морські котики послушні. Ви так, смотря хто, ви розумієте, що з тренером по боротьбі може спорити тільки тренер по стрільбі. Тут же вони довіряють професіоналу в першу чергу. Тому що, я лично вважаю, що кожен чоловік має займатися своїм. Тобто я не ведучий, я не можу сісти зараз вмісто вас і людям постійно щось віщати, що так рано утром, тому що це взагалі повний кошмар.
кошмар. Вот вы встаете же рано утром, вы больные люди, простите меня, пожалуйста. Поэтому звезды, они на сегодняшний момент, они наоборот прислушиваются к мнению профессионалов. Я зрозумів. Добре, тоді можеш розказати, наприклад, випадок, який найбільше запам'ятався саме у підборі з гардеробом? Найнезвичніша база, можливо, якщо таке буває. Просто мені цікаво. У мене, наприклад, база. Біла футболка, сірі штани і клас. І все. І все, да. Так. Да, сидіть в другого цвіта штанов. Ні, це в повсякденному житті. В кадрі там можемо виглядати по-різному. Ну, да, наверное. Вот. Смотрите, я могу сказать так, что из такой вот сумасшедшей базовой вещи на самом деле прям такого ничего не было. Может быть, только лифчик в стразах максимум. Ух ты! Это для выступа или для повседневного жизни? На самом деле, просто сам по себе человек до такой степени яркий был. Не могу говорить, кто. И вот хотелось именно блистать, чтобы было дорого, богато. Класс! Вот. Так, у нас це must-have, так? Дорого, багато. Не все. Опять же, это все зависит от людей, потому что с нынешним временем и течением, видите, уже сегодня первый день лета наступил, ну, как бы уже большая часть года уже прошла, то большая, ну, все-таки люди больше на сегодняшний момент после всех этих историй с локдауном за спорт, за спортивно удобную одежду. Конечно, пытаются сейчас девушки вернуть каблуки, платья, мужчины носить более, скажем так, более вечернюю одежду, но мы все равно за удобство, мы же все ж поправились, мы же жрали как не в себя. Прямо наче заглянули у мою минулу ось таку карантинну добу. Дивіться, мені ще цікаво, ми говорили, що вже літо, все змінюється. Які тренди у кольорів цього літа? Тренди цього літа, я можу одразу вам сказати, що, як удивительно, ну, це реально для дівчинок розовий вийшов дуже активно. Якщо ми візьмемо якийсь мас-маркет, ми візьмемо люкс-сегментацію, наші такі огромні топові бутики і магазини, то очень много розового оттенка, фіалкового оттенка. Ну, для мужчин, як завжди, все чорне, все біле, там особо как бы... Тобто маневрів у нас немає. Ви розумієте, у мужчин маневр може бути тільки в форматі принтованості. Это когда-то было модно вот эти там рубашки с пальмами, это же было там must-have, потом леопардовые какие-то такие рубашки, там латексные, там даже что-то там была история. Но на самом деле, опять же, современная мода, а конкретно если мы будем с вами говорить о масс-маркете, магазин, который нам предоставляет выбор, и плюс мы все-таки Украина, которая чуть-чуть отстаем от моды, хотя есть интернет, у нас есть насмотренность, большая часть людей, то все-таки мы отстаем по той сегментации, которая к нам приходит изделия, является проблематика в том, что выбор-то особо для мужчин невелик. У девушек больше все-таки разнообразия по цветовой палитре, но фиалковый и пудровый, розовый, вот сейчас для девушек это очень актуально. И где-то степенью жовтий, который является по пантому основним цветом этого года. Мені цікаво, а де створюються ці тренди? От знаєте, ми завжди думаємо, хто ж той чувак та людина, хто створює цей тренд? Ой, я на самом деле этой падлі хочу в глаза посмотреть, как они внедряют это все. На самом деле есть палата моды, которая внедряет это определенности. Это является моментом того, что давайте начнем, что масс-маркете это огромные группы, там, к примеру, Inditex, который имеет там сетку там крупных там магазинов, там еще таких ряд же таких компаний. И вы понимаете, что проблематика является в том, что в Inditex, к примеру, который имеет сколько, по-моему, там 6-7 таких крупных масс-маркетов, вот так, а давайте внедрем леопард. А давайте. И эти 6-7 магазинов внедрили там в рубашках, в футболках, еще в какой-то фигне. И все. И кажется, вау, это ж трендово, это ж модно, блин. Вот. И на самом деле вот это является проблематикой, что какой-то чувак, который сидит, курит бамбук, и вот эти тренды выдумывает. Вообще есть палата моды, которая выписывает эти тренды, но это больше для брендов люкс-сегментации, для очень крупных известных брендов. Так. Слухай, ну давай веди йдемо від цих поганих людей, які пропонують леопарди. Просимо звернути тебе увагу зараз на екрани. Ми підготували декілька образів, і хочеться просто, щоб ти на свою експертну думку прокоментував. Що ти думаєш? Це стильно, модно і молодіжно, чи ні? Ну, почнемо з того, що це костюм в форматі плюс-мінус, як я отсюда вижу, в форматі оверсайз. Це трендово. Зараз це дуже велика частина дівчинок і парней, які в форматі ці костюми можуть являтися унісексом, підходять. Там, звісно, перчатки, мені кажеться, я б
бы убрала. Так все, оно аккуратно для повседневной сегодняшней погоды, для прогулки. Это идеальный костюм, я считаю. Так, добре, з цим вирішили? Це? Такий casual? Не путайте слово casual, пожалуйста. Бить надо людей за это. А пояснить нам краще, так, чтобы мы не путали. Смотрите, casual, я просто объясню для вас и для зрителей. Так. Casual у нас где-то 5-6 лет назад вошел в оборот нашего словарного запаса. Я одет стиль casual. Вот вы одет стиль casual. Casual, во-первых, он имеет формальность того, что он, в нем есть определенные пропорции. 50 на 50. 50% классической одежды, 50% уличной одежды. Да. Грубо говоря, если на вас кроссовки, джинсы, это улица. Рубашка и пиджак, это уже классика. Тогда это правильная грамматика с образа casual. А когда вот такой формат, который в данный момент надет на нашей девушке, это полностью является образ уличный. Это не является casual. У ней из делового там практически, ну, максимум, может быть, я там сумку плюс-минус отнесу или там или очки, но весь образ полностью это уличная мода. Образ хороший, повседневный для студентки 2-3 курса, бегающей вот там вот рядом, тут в институт. Угу. Ось літній такий образ цікавий. Що ж ви таку красоту показуєте? Тришняк давайте, Троєщинський ринок. Що ви це все так гладненько? Ви просто готувалися і боялися, щоб вам сподобалося, розумієте? Так, що реаліті надо ж. Красива баба, красива сумка. Ну, все красиво для поїздки в Єгипет. Ну, що ж ви, Париж? У нас так дівчатки рідко одягаються. Ні, хоча, може бути, на світське мероприятие. Добре, ми можемо зараз експромтом зробити, наприклад. Ти будеш зараз іти по вулиці, так? І буде йти, якщо ми кажемо, все ж таки згадуємо Троєщину, так? Це певний наш культурна столиця. Центр моди. України, так, центр моди. Буде йти, значить, сандалики, носочки, бріджики, ну, як по класиці, так? Да. Як можна охарактеризувати цей образ? Модно. К сожалению, модно, потому что европейские бренды, они сейчас очень активно ввели носки в моду. Леопардовая критика ползе. Ну, что могу сказать? По сути, вообще по грамматике цветовой палитры она хотя бы плюс-минус придержалась, и это не является таким прям огромным пятном. Она смотрится стильно, плюс это худышка. Ну вот сумку бы я заменил бы. А на что бы ты заменил сумку? На что бы я заменил? На более темную, чтобы хотя бы плюс-минус футболка подходила. Опять красивый подібний образ. Це все красиво, но не для наших людей. Не забувайте, ми все-таки живемо в реаліті України. Дивіться, окей, реалії України. Виходжу, наприклад, я з метро і бачу, що зараз в основному дівчата носять кросівки. Да. І часто це не білі якісь такі базові, що ну, гарно там поєднуються з якоюсь спідничкою, ще з чимось. А це може бути там New Balance яскраві, а це може бути типу спідничка якась до середини коліна і там вона синя або ще якась. Ось це поєднання кросівок з спідничкою. Як тут ну, не прогадати, щоб це виглядало гарно? Ну, здесь я могу сказать, есть один такой определенный момент, что либо вкус он есть, либо его вообще никак не приучить. Угу. И балансировка своего внешнего вида, потому что очень часто, когда встречаешь людей на улице, вот всегда я задаюсь только одним вопросом. Ты себя в зеркало видела перед тем, как выходила? Ну, то есть должна быть адекватная оценка своего образа, потому что я понимаю, что у нас у каждого там разный вкус. Кто-то любит зеленый, кто-то любит красный, кто-то любит синий. Это все прекрасно. Карандаши, они на разный вкус. Но есть определенная адекватность того, как ты выглядишь и уместен ли этот образ в данный момент и в данную ситуацию. Если ты даже просто идешь с подружками гулять, то в первую очередь тебе должно быть комфортно, а не о том думать, как ты выйдешь на фотографии. Автотюны, вот эти все истории, для кого же, блин, придуманы? Так, ну и есть такой побудовый, буденный образ у нас еще. Образ выходного дня. Замечательный, с подружками в парке Шевченко выпить по кофе и сесть на лужайку. Питання стосовно спідниці у мене. Зараз я дуже багато бачу, що дівчата беруть таке щось більш жіночне, нижче колінця має бути, якби довжина. А хтось ще все одно носить міні-юбки. Що зараз більш в тренді? Ну, в тренді, скажімо так, в тренді дуже тяжело зараз якусь определену длину. Демократична, понятна длина ниже колена, вона являється. Вище колена – це більше формат літнього. По длині я не можу вам сказати, опять же, есть учеты и моменты по поводу ваших икр, по поводу полноты, худобы.
состояние коленок, об этом тоже никогда нельзя забывать. Вот, к примеру, ваш ведущий очень правильно сидит, у нее ножки на пуговке. То есть девушка и так, так и должна сидеть и прикрыта очень грамотно коленки. Вот. А мы уже, понятно, по-босяцки сидим, ноги расхлёстаны. Но нам можно так сидеть? Есть, но есть типа правила, регламенты и все такого плана, но мы обычные смертные, мы не сидим в политике. Вы знаете, я наче зараз пройшла іспит. Як правильно вдягнути і сиджу. Дякую. Ні, все в порядку. Ні, на самом деле, ви ж замечательна. Це от в сірих штанішках тут сидить. Так. Давай повернемося, що не так з цими сірими штанами. Та все хорошо. Вони просто чуть-чуть би на розмір би більше, щоб не сильно тебе вот это скинуло. Так, що нормально. Ну так. Ні? Максим, ми сьогодні після ефіру йдемо оновлювати тобі гардероб. Домовилися? Так. Мені, кстати, так кожен ведучий говорить, хоч би один би слово здержав. Ні, слухайте, ми з Максимом не так давно працюємо, то я собі дозволю сьогодні. Я думаю, після ефіру у мене якраз буде більше часу, і ми щось придумаємо. Ви його спонсоруєте? Ні, його не спонсорую. Я йому, знаєте, створю компанію, а він буде сам спонсор. Це вже якась дискримінація. Так, секундочку. Хто кого спонсорує? Ну, просто не так сказала, я подумала, вона вас одягає. Ну, щоб на фоні виглядіти яскравіше. Так. Я просто муза. Я, коротше, розумію, що треба просто вдягати в студію носки, сандалі, бріджі, сіточка оця троєщинська, там, де культура моди наша, кепочку, барсеточку. І вас уволять. Ну, можливо, можливо. Ну, зато нові підписчики появляться. До речі, так, так. Ти бував взагалі на Троєщині? Я там живу. Ага, тобто ти безпосередньо в епіцентрі моди. Ну, слушайте, на самом деле, вот эти, очень много там людей говорят, Троєщина. Она сейчас очень активно развивается и очень в хорошем сейчас состоянии. Есть районы и похожие. Просто, ну, вот какой-то исторический факт сложился, что Троєщина, она такая вся какая-то странная. Поверьте, даже рынок очень сильно умирает, все равно люди в большей степени любят себя и находятся в торговых центрах, там, где есть кондиционеры. А не на вот это газеточки или картоночки мірюють вещи. Але... Ну, такі люди є, і вони будуть существувати. Це настрій і колорит, мені здається. Бо я, наприклад, теж виросла на базарах, і це, ну, не знаю. Ну, слушайте, це наше з вами дитинство. Давайте почнемо того. При мінус 20 на картонки мірять джинси. Ну, так це ж велика класика. Да. Ну, конечно. Ми вам вдячні. Я не знаю, я сьогодні зрозуміла для себе по трендам. Тобто ми не орієнтуємося на всі інстаграмні речі, ми орієнтуємося на життя, але при тому перед виходом дивимося на себе в зеркало. В першу чергу я можу сказати, насмотреність, вона повинна определенно существовать, і за трендами плюс-мінус треба слідити, но не гнатися. Это раз. А во-вторых, ну, как бы, чтобы одето быть стильным и модно молодежно, как все говорят, просто надо найти свой определенный стиль и вкус, и его нести массам, потому что на сегодняшний момент одежда, она имеет определенный, скажем так, месседж, который несет этому миру. То есть, что мы хотим им показать, потому что мы все-таки личности, каждый из нас, и мы должны раскрываться. Не надо скрываться под тоннами какой-то громадной одежды, волосами и жить другой жизнью. Если вы хотите быть более, ну, как бы более комфортно, все-таки не стесняйтесь. Мы сейчас, у нас у каждого есть право выбора и право слова. Это очень радует на сегодняшний момент. Класс, дякую вам. Спасибо вам огромное. Так, дякую. Дякую за модний вирок. Будемо називати це так. На перездачу. Друзі, у нас Кирило Савченко, фешн-сноб та стиліст. До речі, знаєш, мене цікавило, фешн-сноб. Чому фешн-сноб? У меня есть проблематика. Вы, я надеюсь, многие знают обозначение слова «сноб». Я не стесняюсь очень многим. Я, ну, как бы на конкурсе для молодых дизайнеров я их всегда не... Ну, как бы ты молодец, у тебя все получится. Я всех как бы даю комментарии, я критикую. Я работаю давно в фэшн-индустрии, я работаю с очень крупными украинскими дизайнерами, дамами, модами. Я не стесняюсь сказать свое определенное мнение. Плюс я работал и работаю со звездами и с некоторыми нашими политиками, и я не стесняюсь об этом как бы высказывать свое мнение по поводу их внешнего вида. Mm-hmm. Потому что снобисты, они все время жворчуны, вот это все, все плохо, все, да. Но я иногда пью, поэтому иногда все хорошо. Тепер вже точно все, тепер ми зрозуміли модний вирок, насправді, який у нас сьогодні був. Так, дуже дякуємо тобі. Да. Кирило Савченко, фешн-сноб та стиліст. Чи
Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами протягом цього дня. А якщо ви впустили якусь цікаву інформацію, ми завжди вас чекаємо на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не просто чекаємо, а ще й готуємо для вас набагато більше інформації кожного дня. Цікава, актуальна, іноді навіть гаряча тематика. Дзвіночок увімкнути обов'язково. We'll be right back.